Если муж оказался вдруг, то ли муж, то ли так, тюфяк. Если сразу не разберешь, плох он или хорош, мужа в шопинг тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке с тобой одной, там поймешь, кто такой. Мужа в шопинг тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке с тобой одной, там поймешь, кто такой. Если муж в бутиках не ах, если смотрит, как звери на двери, а на шляпке 506-й запросился домой, значит, рядом с тобой чужой. Ты его не гони, брони, здесь не шутки, и замуж тут за таких не идут. Значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, здесь не сказки, и замуж тут за таких не идут. Если ж он не скулил, не ныл и с примеркой не торопил, а когда продавец просил, он стонал, но платил. Если ждал, утирая пот, говорил, что тебе идет, значит, муж твой нормальный муж, потерпи его, пусть.